Конкурс «Талант без границ» проходил в нескольких номинациях: вокал, хореография и чирлидинг, вид спорта, сочетающий в себе элементы шоу, акробатики и гимнастики. В каждой могли участвовать дети и взрослые в возрасте от 5 до 28 лет. Что касается чирлидинга, то, по словам руководителя «Бенефис» Елены Томингас, главная задача – познакомить Даугавпилс с этим модным направлением, которое стремительно развивается во всем мире. Для участия в конкурсе приехали ребята не только из Латвии, но и Литвы. Трудная дорога, ранний подъем никак не повлияли на желание детей победить в этом фестивале. Они с готовностью выходили на сцену, демонстрировали свое умение петь и танцевать. Среди них были и совсем малыши, коллектив «Мажей Дукантуки», которые приехали из Каунаса. Дети впервые были за границей, но уже неоднократно принимали участие в конкурсах в родной стране. Мы снимались в телевизионных проектах, так что на такой конкурс большой, как мы здесь видим, это первый раз. Дети сейчас не боятся такого количества участников? Очень боятся не только дети, но и мы, взрослые, как мы здесь. Наверное, ночевать будем. Ну, я думаю, что вы уверены в своих силах? Очень хотим что-нибудь привезти в Литву, какое-то награждение. Большое количество участников приехало и из столицы Латвии. Они готовы были не только танцевать, но и петь. Я сегодня пою со своей группой Golden Mouses. А потом все остальные будут петь еще читаного, и я просто буду смотреть. Ну, тебя список участников, наверное, немножко поразил. Да, очень много. Не боишься конкуренции? Не боюсь. И, конечно же, многие участники представляли на конкурсе Даугавпилс. Например, танцевальный коллектив «Авотинш». Даже совсем еще маленькие участники вышли на сцену, чтобы продемонстрировать членам жюри свою любовь к танцу. Мне очень нравится танцевать. А почему? Потому что это очень интересно и увлекательно. Я так понимаю, что сегодня ты и твой коллектив рассчитывают на победу. Да. Праздник завершился, награды нашли своих победителей. И вполне возможно, что Балтийский конкурс-фестиваль «Талант без границ» станет еще одной доброй традицией Даугавпилса.